Наркозависимость – не преступление, а заболевание. Согласно официальным данным, в мире насчитывается порядка 200 миллионов наркоманов. В Украине эта цифра исчисляется сотнями тысяч. Только в Запорожской области на учете состоит более 6 тысяч наркозависимых людей. В канун Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным распространением в областном наркодиспансере проблемы наркомании обсуждали за круглым столом. Несмотря на ряд профилактических мероприятий, сетуют специалисты, наркомания в Украине медленно, но уверенно прогрессирует. По-прежнему основные потребители наркотиков – молодежь, которая изначально воспринимает их как средство, поднимающее настроение, или же как успокоительное. Сегодняшний круглый стол посвятили проблемам взаимодействия наркозависимых с обществом и, в частности, с правоохранительной системой. Организаторы встречи считают, необходимо бороться не с людьми, употребляющими наркотики, а с распространителями опасного зелья. Почти каждый десятый осужденный в Украине, это примерно 13 тысяч человек, ежегодно получают наказание за хранение наркотиков. В большинстве стран мира это не считается преступлением. В настоящее время это связано частично, конечно, из-за изменений в Уголовно-процессуальном кодексе. Милиция Запорожской области, не только Запорожской области, потихоньку отходит от скажем так, документированных людей, которые употребляют наркотики, и больше склоняется к документированию людей, которые непосредственно занимаются сбытом наркотиков. Некоторые представители общественности настаивают, необходимо полностью менять государственную политику по отношению к наркозависимым. Потому как приговор наркомании – это не приговор. Наркомания – это болезнь, а у нас относится к этому как к преступлению. Люди, употребляющие наркотики, наиболее подвержены заражению ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, поскольку их иммунитет ослаблен. Кроме этого, наркозависимые зачастую пренебрегают элементарными правилами гигиены. Сочетание ВИЧ-инфекции и наркомании – это, конечно, убийственное сочетание, даже можно так сказать, поскольку 2% только выживают именно вот из 100 наркоманов, а 98 погибают. В основном это молодежь. У нас на учете в центре СПИДа 1350 человек наркоманов, которые больны ВИЧ-инфекцией. Еще одна тревожная тенденция, говорят специалисты, сегодня у наркомании женское лицо. Бороться с этим общественным недугом, уверены участники встречи, нужно в первую очередь, информируя украинцев об опасности употребления любых наркотических веществ.